Всем привет, Blender 2.91. Имеется вот такой велосипед, и как сделать анимацию движения велосипеда по прямой. Давайте рассматривать. Так, вот имеются два колеса. Давайте их переименуем. Это колесо 1. Enter. Это будет колесо 2. Enter. Также есть рама. Переименуем рама. Enter. Есть каретка. Назовем ее каретка. И есть у нас две педали. Вот одна. Это будет педаль. Enter. И это будет педаль 2. Enter. Так, эта штука не нужна. Итак, все это дело теперь сохраняем. Выбираем колесо. Будем настраивать как пушку. Добавляем constraint, добавляем трансформация, добавляем, значит, ориентир на раму. Смотрим N. Ротация колеса идет именно по Y. Вот она. Ctrl-Z. А движение рамы, смотрим, идет локация. Так, Ctrl-Z. Тоже по Y. Ctrl-Z. Значит, ставим на колесо экспрессия. Также ставим на owner local space. Map from локация по Y ставим 22. Пока. Enter. Теперь map to. Это ротация колеса. Ставим ротация и по Y ставим минус 360. Если колесо будет у вас крутиться в другом направлении, ставите просто 360 градусов. Так, теперь нужно вот это колесо припарентить или так Ctrl-P нажать Object или нажать Object, Parent Object к раме. Проверяем, как все это дело. Вы видите, что работает хреновато. Ctrl-Z. Выбираем колесо и сделаем Object Set Origin. Origin to Center of Mass. Привяжем. Выбираем раму. Вот вы видите, что все работает. Ctrl-Z. Точно так же настраиваем это колесо. Constraint, трансформация. Ставим экспрессия, ставим ориентир на раму. Теперь owner local space. Map from локация по Y также 22. Enter. Теперь выбираем map to, ставим ротация и ставим минус 360 по Y, минус 360 по Y. Enter. Теперь это колесо тоже parentим. Ctrl-P, Object, к раме. И также настраиваем на колесо ориентацию set origin, origin to mass. Так, выбираем раму, проверяем, колеса у нас крутятся. Ctrl-Z. Теперь нужно каретку настроить точно так же. Настраиваем ее. Так, Constraint, трансформация. Находим экспрессию, находим раму. Находим Owner, Local Space, Map From. Ставим, значит, по Y также 22. Enter. И ставим map to ротация минус 360. Enter. Теперь также parentим ее Ctrl-P Object к раме. Проверяем, как все это дело работает. Ctrl-Z хреново. Теперь, значит, и здесь Object Set Origin to Mass ставим. И все это дело заработало. Так, Ctrl-Z. Поставим, так, пока N, закроем боковую панель. Педалям поставим материал к
красный, чтобы их видеть. И тут тоже материал поставим красный. Выбираем теперь, что нужно сделать. Единица на нампаде. Shift A, сочетание клавиш, находим Empty Plane Axis, S, уменьшаем вот эту Empty, уводим ее с помощью Move в бок, подставляем к нашей каретке, вот так. Тройка на нампаде, приближаем, корректируем по каретке, единица на нампаде, делаем Shift D, щелчок, уводим, копируем все это дело, подводим на другую каретку. Вот так вот. Смотрим, как она тут установилась. Все нормально. Теперь тройка на нампаде. Надо связать вот эти две empty. Одну выбираем. Через shift выбираем вторую. Ctrl-P жмем. Так, связь. Object Keep Transform. Теперь привязываем вот эти так. Вот эти empty привязываем к нашей вот этой каретке. Ctrl-P. Это будет object. Так, и вот к этим кареткам, в смысле к этим empty, привязываем наши вот эти вот, как их, педали. Так, предварительно, нет, давайте сначала Ctrl-P, object, педаль, опять же, к этой empty, Ctrl-P, object. Теперь тройка на нампаде. Выбираем саму педаль. Привязываем ее к своей массе. Center of mass. И эту педаль привязываем set origin center of mass. R. Перекручиваем ее вот в такое положение. И вот эту педаль перекручиваем R вот в такое положение. Следом настраиваем вот эти педали. Значит, выбираем Constraint Copy Location. Выбираем только по X. Привязываем это дело, значит, к Empty первой, вот к этой. Ставим Workspace Local Space. Ну, в принципе, все. Здесь настройка прошла. И вот эту тоже педаль. Делаем ей Copy Location по X. Привязываем теперь к Empty 001. И ставим Local Space. Все установлено. Проверяем, как все работает. Все движется, вы видите, синхронно. Но что нужно сделать? Добавить теперь, чтобы вот эта вот штукенция крутилась чуть-чуть замедлением, добавить драйвер N. Добавляем по X. Правой кнопкой мыши Add Driver добавляем. Ставим драйвер. Так, привязываем драйвер, значит, давайте к раме попробуем. И ставим Workspace, ставим Local Space. Проверяем, как он теперь будет крутиться. Так. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Значит, ставим не драйвер не на педаль, а ставим на empty. По X правой кнопкой мыши Add Driver. Теперь выбираем. Можно к каретке привязать, попробовать. Или давайте пока сразу к раме. Так, и ставим Local Space. Проверяем. Вот теперь вы видите, что педаль крутится быстрее, чем вот эта каретка. Это вот теперь под ногу нормально будет. Ctrl-Z. Выбираем еще одну empty и также по X вяжем ее add driver так, к раме и ставим space, local space. Ну, тут вот все также остается базово.
Так, смотрим теперь, как будет все это дело крутиться. Ну вот, уже нормально. Ctrl-Z. Что еще? Где звездочка, да? Так, единица на нампаде, тройка на нампаде, Shift-A. Звездочки у меня нет. Так что добавим пока mesh, добавим цилиндр. Сделаем цилиндру S. Вот так вот. Единица на нампаде R. Перекрутим все это дело. Теперь с помощью транспоза давайте сплюснем. Так, немножко еще выровняем. И подведем, вот скажем, вот сюда, к нашей каретке, к этой. Ну, что-то в таком духе. Так, тройка на нампаде. Отрегулируем. И привяжем к нашей каретке. Ctrl-J, сочетание клавиш. Получается вот такая у нас звездочка. Так, тройка на нампаде. Смотрим, как теперь все это будет со звездочкой работать, да? Ну вот и звездочка будет крутиться вместе с этой штукой. Вот такая штукенция. Так, тройка на нампаде. Теперь нам нужно или отдельно добавлять вот эту звездочку, или еще назад сюда вот звездочку прикрепить, на нее кинуть, как в случае с треками танка, я показывал, как сделать вот эти вот треки. Ссылку на ролик выложу в описании. И можно все это дело здесь прицепить, чтобы вот эти треки крутились отдельно. Вот эта вот звездочка отдельно, допустим, и вот эта вот задняя звездочка малая тоже отдельно, и на ней ходила вот эта цепь. Ну а вот так вот движение пока по прямой. Это все стоит по иксу. Так, если сейчас мы вот на эту штуку поставим, так, здесь у нее в принципе установлено только по Y двигаться, поэтому анимация будет происходить только по прямой. Если сейчас мы перевернем вот в эту сторону велосипед, выберем раму, выберем MOV и будем крутить ее в другую сторону, вы видите, что движение не получается, потому что все настроено только на ось X. Если вам нужно сделать велосипед, чтобы он полностью поворачивал руль и двигался он в разных направлениях, то лучше настроить его костями. Ролик в описании, как настраивать мотоцикл. За исключением, что кости вы ставите на колеса, вот эту часть можно точно так же трансформацией настраивать. Так, вот за исключением вилки и движения колес, это уже нужно будет перевести на кости. Ну а цепь можно настроить, как в ролике про танки. Все, всем пока, до свидания.